ВВП Азербайджана по итогам января-августа 2021 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад в нефтегазовом секторе на 1,2% по результатам 8 месяцев сопровождался заметным ростом в ненефтяном секторе на 5,7%. По прогнозу проекта бюджета на 2022 год и макрофискальной политики, представленным Министерством финансов Азербайджана, рост ВВП по итогам 2021 года может достигнуть 4,6% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в соответствии с июньским прогнозом Всемирного банка рост ВВП Азербайджана в текущем году составит 2,8%. В соответствии с апрельским прогнозом Международного валютного фонда в 2021 году рост азербайджанской экономики составит 2,3%. И только по итогам 2022 года ВВП страны может достигнуть допандемийного уровня. Всемирный банк и Международный валютный фонд традиционно дают заниженные прогнозы по странам, которые им не нравятся. Ну, например, такой страной традиционно является Россия. К Азербайджану отношение тоже достаточно прохладное, просто потому что Азербайджан представляет собой экономику неподконтрольную. То есть она управляется, исходя из собственных интересов. Как считает российский эксперт, негативное влияние на рост глобальной экономики оказывает инфляция. Это глобальная инфляция, которая создается на Западе. А усилия Всемирного банка и Международного валютного фонда направлены на перекладывание вины на страны, которым они не предоставляют кредитов и, соответственно, те независимы в проведении экономической политики. В случае с МВФ вообще комплименты, они очень дорого стоят. И они делаются только тем, кто крепко садится на вот эту вот, попадает в зависимость финансовую к МВФ и становится постоянным должником, постоянно выпрашивает деньги, проводит реформы, которые делают невозможным выход из локального, местного, там, национального кризиса. Азербайджанские эксперты также придерживаются мнения, что ведущие международные финансовые институты занижают темпы роста азербайджанской экономики. И это связано с их осторожным подходом к развивающимся странам. Прогнозов Международного валютного фонда и Всемирного банка, то они сами не скрывают то, что, в принципе, они при даче прогнозов, значит, относятся более, страхуют себя. Международный валютный фонд или Международный Всемирный банк дал прогноз, то, в принципе, реальный прогноз на несколько процентов больше. Но, опять же, не исключены и форс-мажорные ситуации. По словам эксперта, международные финансовые институты при оценке учитывают не только внутренние факторы развития азербайджанской экономики. В этом вопросе многое зависит от внешних факторов. Будут ли в мире локдауны, произойдет ли сдерживание мировой экономики, что может повлиять и на азербайджанскую экономику. Но если до конца нынешнего года не произойдут форс-мажорные ситуации, азербайджанская экономика может достигнуть до пандемийного уровня. Текущего года, то можно сказать, что да, мы до конца года сможем достигнуть до пандемического уровня. Кроме всего прочего, нужно подчеркнуть, что в принципе в Азербайджане растет не нефтяной сектор, в Азербайджане растет не нефтяное производство. Мы осуществляем восстановительную работу в Карабахе. И это все, естественно, приведет к улучшению социального положения, улучшению занятости в Азербайджане. Экономика Азербайджана в случае достижения допандемийного уровня в текущем году уже с начала 2022 года выйдет на стабильный рост ВВП. И как прежние годы будут открываться новые производства, появляться рабочие места, а также ожидаем рост заработных плат и пенсий.